Поехали. Валерий Агафонов, депутат областного совета, фракция БЮТ. Если говорить о проблеме детского пьянства, наркомании и других таких нездоровых явлений, она существует в Николаеве. И прежде всего, я думаю, что она должна быть урегулирована на государственном уровне. Не может быть сегодня такого в стране, чтобы на каждом углу можно было сегодня приобрести спиртные напитки, можно было приобрести курево. А реально все вот сейчас откатывать все назад? Это все реально. В принципе, технологически. Я понимаю, что это связано с большими деньгами, связано с теми доходами, которые сегодня получают те, которые, значит, выпускают такую продукцию, можно назвать продукцию. Но каждый из них тоже должен подумать, что он выпускает продукцию, которая уничтожает его же будущее. А как это технологически все делать? Это должен сделать какой-то депутат запрос, да? Значит, технологически это сделать очень просто, так как сделано в других всех государствах. Вот приняли уже там решение запретить, значит, размещение, не давать разрешения. Значит, не должно быть это вблизи находиться рядом с учебными заведениями. И порядок, я думаю, установится. Ведь все равно не так и давно, еще на нашей памяти, 10-15 лет, такого же не было. Мы все это помним. Поэтому... Мы хотим пригласить вас в наше движение «Родители против наркотиков». Я согласен. Взносы платить не надо нам. Я согласен. Нам на собрание даже ходить не надо. На небольшие взносы. На небольшие, да. Спасибо. Хорошо.